друзья! Мы очень рады вас приветствовать на нашей земле, на нашем теософском пространстве, уже традиционно ставшем, я надеюсь, очень. Вот так пусть и будет. Очень рады, что такой состав у нас сильный, теософский тут собрался, наши любимые теософы. Так, ну, в общем, начнется наш семинар сегодня. Тему семинара Владимир Анатольевич представит, а я вот только организационные вопросы. Значит, по устройству все уже устроены. У нас на сегодня присутствуют представители 6 городов. Это Омск, это Кемерово, это Красноярск. Ну, Красноярск, Москва. Ну и мы. Так, еще кого? Юрга. Юрга, да, Юрга. Вот. То есть расширяется у нас. Это что? Леша. Леша? Ну, это Кемерово. Так, ну, мы планируем 3 дня провести плотные теософские работы. Владимир Анатольевич будет проводить занятия. 4-й день, раз Бог погода будет, да и в такую погоду можно сходить в горы, оденемся хорошо, на целый день пойдем с сухим пайком, планируем там как. И следующий день мастер-классы, если кто хочет. Поход можно вот сделать за яблоками, и мастер-классы по лозоплетению, по пчеловодству, кто хочет на пасеку с нами, пожалуйста. Вот. Беседы можно провести по том, как развивается пчелиная семья и так далее, и по изготовлению свечей вот, восковых, кто как захочет. Вот такая программа. Ну, я все-таки надеюсь, что у нас будет, помимо этого, оставшиеся вот эти 2 дня, плотные беседы о теософии. Ну, и по возможности, по вашему желанию, будем делать костер. В общем, все. Какие вопросы организационные к нам? Баня каждый день 6 часов. Пожалуйста, с 7 после лекции топим. Вот. То есть вот так. Какие вопросы? Деньги потом часто снижаемость 50 делают, и потом... Деньги снижания. Да, да. Деньги снижания.